Приветствуем всех на официальном канале Шарарама. В этом коротком видео мы разберем несколько не самых простых еженедельных заданий и поделимся с вами хитростями, как легко с ними справиться. Ни для кого не секрет, что в 2021 году в Шарараме появилась новая линейка еженедельных заданий. Каждая неделя приурочена к какой-то тематике, однако задания все же повторяются. Большинство предложенных заданий элементарны: бросить 10 помидоров, найти и заказать что-либо в клубе, собрать ресурсы и прочее. Эти задания очень легко выполнить, и они не вызывают трудностей. С другой стороны, есть более своеобразные задания, например, найти и собрать позитивную энергию в Шарараме, заработать смешинки на Мюре или позитивную энергию в мини-играх. Вот вы, например, знали, что позитивная энергия в Шарараме может появиться не во всех локациях. Так вот, для этого задания по поиску позитивной энергии вам предстоит посетить следующие локации для проверки: Сити, Дремучий лес, площадь у больнички, клубный квартал, пляж, главная площадь, Ромашковая долина, Снежная гора и, к удивлению, автосалон. Знание этих локаций поможет вам быстрее справиться с этим заданием. В какой игре очень долго и сложно зарабатывать смешинки? Правильно, прогони чернушек. Чтобы заработать одну смешинку в этой игре, вам придется набрать аж 15 баллов. Это было бы не так плохо, если бы мячик был управляемым или кирпичики давали больше баллов при разрушении. Однако это не так. Если вам выпал мини-квест с набиранием 15 и более смешинок в этой игре, то не отчаивайтесь, ведь мы знаем хитрый способ быстро выполнить это задание. Набирайте по 25 баллов за игру, сразу выходите и получайте 2 смешинки за раунд. Таким образом, вы сэкономите много времени и успеете поиграть в другие игры. Последний мини-квест, о котором мы поговорим, это набор определенного количества позитивной энергии в мини-играх. Если вы спешите, то этот быстрый способ для вас. Обслуживайте одного гостя в кафе и сразу выходите. За это вас будут награждать одной смешинкой и 2 единицами позитивной энергии. А как вы выполняете эти задания? Может, у вас есть более крутой способ? Делитесь своими мыслями в комментариях и рассказывайте друзьям о наших хитростях. Спасибо за просмотр, и мы увидимся с вами в следующем ролике.